Ну, как ты там поживаешь? Да нормально ты, наверное, поживаешь. Кстати, тут кто-то стекла бил, вот. Что с церковью произошло? Господи, это уже напоминает на заброшку какую-то. Хорошо, что лестница не повредилась. Что с... А, ой, фу, чуть не упал. Такс. Стоп. Что? А что с моей церковью? Не знаю. Ну и вторая с церкви тоже нету стекол и дверей и факелов. Странно. Что же произошло? Еще ж кто-то тут столб повалил. Но они точно зомби. Потому что их тут не было. И даже в доме кровать друга осталась тут. Странно. Давай. Спасибо. Не за что. Странно, кто повалил столб? Это очень странно. Ты чего-нибудь слышал ночью? Ну да, я видел, как кто-то стекла бил, и факела ломал, и двери ломал. И ты увидел, что у обоих зданий там нету стекол, факелов и дверей? Нет, еще и у еще одной церкви побитые стекла, и нету факелов и дверей. Странно. Но мой друг мертв, он не мог бы превратиться в зомби. Да нет, это такое может. Хотя я не верю. Ладно, я поставлю камеру видеонаблюдения. Ну давай, ставь. Так вот, где камера моя? Так, сейчас поставлю. Сейчас камеру видеонаблюдения поставлю. Так. Давай работай нормально. Так, раз, раз, раз. Записывает камера. Но пока что поставлю видео на паузу. Так, потом уже ночью включу. Ну, уже полдень прошел. Что ж мне делать дальше? Так, священник, убирайте ли этот столб, который повалил кто-то? Да, убери, он же ж поваленный уже. Кто такой столб нужен? Кому? Я уже убрал. Это хорошо. А что делать со своей церковью? Ну, чини ее. Хорошо. Так, ну я мастер строительства. Да я знаю. Так, надо еще факела. Подожди, я еще строю. Да, я решил посмотреть, что ты там делаешь. Если это ночью еще раз повторится, то я снова поставлю. Да?
Если это ночью снова повторится, ну да. А, ясно. Ну все, я починил твою церковь, но еще я поставлю двери. Ну все, твой домик как новый. А что будешь делать со вторым домом? Ну сейчас я то же самое сделаю. Во, нормально. Так. Но эту церковь я не буду обратно чинить, потому что, ну, у нее уже никто не работает или работает. Ну-ка. Не, никто тут не работает. Значит, останавливать не буду. Зачем ее тогда строили? Не знаю. Ну, вот его уже свиньи выросли. Так, это еще раз, если повторится, то тогда я запишу. Да, уже почти полдень прошел. Ладно, подожду немного.